Церковь считает, что именно людская спесь привела в наш мир порождение тьмы. Маги пытались захватить небеса, но вышло так, что сами их уничтожили. Они были изгнаны, поражены тьмой, прокляты, всему виной их порочность. Они вернулись под личиной чудовищ, первых порождений тьмы. Они вернулись и прокатились мором по земле, неумолимым и безжалостным. Первыми пали королевства гномов. С глубинных троп порождения тьмы снова и снова поднимались в наш мир, пока мы не оказались на грани полного вымирания. Пришли серые стражи, мужчины и женщины всех рас, воины и маги, варвары и короли. Серые стражи пожертвовали всем, чтобы остановить натиск тьмы, и победили. Это случилось 400 лет назад, но мы не теряли бдительность. Мы ждали нового прихода порождений тьмы. Но те, кто называл нас героями, они все забыли. Нас осталось мало. Никто не обращал внимания на наши предупреждения. Сейчас уже слишком поздно. Я собственными глазами видел, что ждет нас в будущем. Помоги нам, Создатель.
Ты рожден среди далийских эльфов, благородных скитальцев, что не пожелали жить среди людей, много веков назад поработивших их родину. Далийцы путешествуют по земле дружными кланами, стремясь отыскать полузабытые знания эльфов в мире людей, которые ненавидят и презирают их. Ты часто охотишься в лесах вместе со своим товарищем по клану Тамлином, и, как часто бывает, вашей добычей становятся не только лесные звери и птицы. Это Далиец! А вы сунулись туда, куда соваться не следовало. Дай пройти, эльф! Ты не можешь нас задерживать! Да что вы! Это мы еще посмотрим. Ты вовремя. Я наткнулся на этих людей, когда они прятались в зарослях. Это бандиты. Мы не бандиты, клянусь! Пожалуйста, не убивайте нас! Вы, шемлены, такие жалкие. Просто не верится, что вы когда-то изгнали нас с нашей родины. Мы тебе ничего плохого не сделали, Далиец! Мы даже не знали, что этот лес ваш! Этот лес совсем не наш, болван. Вы подобрались слишком близко к нашему лагерю. Вы, шемы, хуже паразитов. От вас можно ждать только подлости. Что скажешь, Литалан? Что нам сделать с ними? Разве это важно? Бандиты они или просто охотники? Но если мы оставим их в живых, нам придется переносить лагерь на другое место. Мы пришли не для того, чтобы вам навредить. Мы просто нашли пещеру. Да, пещеру и руины, каких я еще не видел. Мы подумали, что там, может, найдется... Клад? Значит, вы не настоящие бандиты, а просто воры. Я нашел доказательства. Вот, мы это нашли прямо у входа. На этом камне какие-то знаки. Неужели это эльфийское письмо? Там в руинах еще много таких камней. Нам, правда, не удалось зайти поглубже. Там был демон, огромный, с черными глазами. Хвала Создателю, мы сумели убежать. Демон? И где же эта пещера? Я так думаю, к западу отсюда. Там пещера в скале, а внутри огромная дыра. Ну как, ты им веришь? Отпустим их? Что, шемы, удирайте. И не возвращайтесь, пока мы не уйдем в другое место. Да-да, конечно. Спасибо. Ну что, пойдем посмотрим, правду ли они нам рассказали. Эти знаки на камне пробудили во мне любопытство. Пугливые шемы говорят, что это демон, а ты веришь? Может, они разбудили медведя? Давай посмотрим, существуют ли эти руины на самом деле. А потом уж будем беспокоиться о том, как лучше поступить. Занятный был бы домашний питомец.
Ладно. Это будет легко. Как скажешь. Будет сделано. Это должно быть та самая пещера. Не помню, чтобы видел ее прежде. А ты? Вечно ты осторожничаешь. Ладно, но я не намерен бежать в лагерь, пока не узнаю точно, что здесь есть что-то стоящее. Пойдем глянем хотя бы, что там внутри. Разве это может быть опасно? Похоже, тот Шем сказал нам правду. Только эти руины больше похожи на человеческие, чем на эльфийские. Эй, убивайте все! Пойдем. Верно. Будет сделано. Yeah.
покажи, что ты можешь! Не получится! Будет со мной. Они не поймут, что их убило. Пора устроить уборку. Со мной.
Ловушка! Ловушка! Как скажешь. Поверить не могу. Ты ведь узнаешь эту статую, правда? Давно, когда наш народ жил в Орлатане, такие статуи воздвигали в честь творцов. Когда шемы поработили нас, это искусство было почти утрачено. Похоже на архитектуру людей, а статую сделал наш народ. Эти руины могут принадлежать эпохе Орлатана. Да, время и разруха взяли свое. И все же там наверняка должно быть что-то ценное. Только один!
или живые мертвецы. Здесь водятся призраки. Ладно. Творцами. Что это было? Начнем. Ты же не собираешься уйти, не осмотрев поближе это зеркало. Да, ведь оно пробыло тут неизвестно сколько веков. Что же в нем может быть опасного? Не беспокойся, я его не разобью. Интересно, зачем здесь эта надпись? Может быть, это не... Эй, ты видишь? Внутри зеркала что-то двигалось. Да ладно, я хочу понять, что это такое. Не видишь? Вот, опять. Чувствуешь? Кажется, оно знает, что мы здесь. Нужно присмотреться поближе. Оно показывает мне разные места. Я вижу что-то вроде города. Под землей. И там что-то черное и огромное. Она увидела меня. Помоги! Я не могу отвернуться!
Ты очнулся. Удача сопутствует тебе, Литарин. Не волнуйся, ты дома, в лагере. Мы все так беспокоились о тебе. Как ты себя чувствуешь? Тебя принес Шем, и было это 2 дня назад. Ты совсем его не помнишь? Это был Серый Страж. Он явился внезапно, словно ниоткуда, и нес тебя на плече. У тебя был жар, ты бредил. Он сказал, что нашел тебя возле пещеры в лесу, без сознания и совсем одного. Он оставил тебя здесь и сразу ушел. Хранительница применила древнюю магию, чтобы вылечить тебя. Конечно. Большинство охотников ищет его прямо сейчас. Но хранительница хотела поговорить с тобой, когда ты проснешься. Не уходи, я ее приведу. Я вижу, Дален, ты наконец пришел в себя. Какое счастье, что Дункан вовремя обнаружил тебя. Не ведаю, что за темная сила завладела тобой, но она чуть не высосала из тебя жизнь. Даже моей магии едва хватило, чтобы не дать тебе умереть. Да, он представился как Серый Страж. Дункан думает, что в пещере могли быть порождения тьмы. Он прав? Как люди, только темные, израженные злом. Может быть, ты сражался с таким существом в пещере, и оно ранило тебя? Ходячие мертвецы? Это темная магия, но не порождение тьмы. Я не знаю, что представляют из себя те другие существа. Что еще вы обнаружили в пещере? Что последнее ты помнишь? Зеркало? И оно стало причиной произошедшему? В преданиях, собранных нами, о нем не говорится. Я надеялась, что когда ты проснешься, я узнаю ответы на свои вопросы. И там Лена никак не найдут. Он куда важнее, чем любые тайны этих руин. Ему сейчас нелегко, особенно если он болен твоей болезнью. Дункан вернулся в пещеру, чтобы отыскать порождение зла, но мы не можем рассчитывать, что он заодно будет искать Тамлена. Мы должны начать поиски сами. Ты в силах показать нам путь, Дален? Без тебя мы его не найдем. Рада это слышать. Я приказываю клану собирать лагерь, чтобы отправиться на север. Возьми Мэриль с собой в пещеру. Найдите там Лена, если сможете, и как можно быстрее. Если то, что сказал Дункан, хоть наполовину правда, очень скоро здесь могут появиться порождения тьмы. Нам надо ускользнуть от них. Но нам угрожает не только это. Видел ли ты в лесу еще каких-нибудь людей? Хотя вы не причинили им вреда, эти люди настроили против нас жителей своей деревни, что лежит поблизости. Нам везде не очень-то рады. Мы слишком долго пробыли в этих местах, а теперь пора уходить и побыстрее. Мэриль знает магию не хуже меня. С ее помощью у Тамлена будет больше шансов выдержать дорогу назад. Я хочу, чтобы Мэриль взглянула на пещеру и зеркало. Она хорошо разбирается в таких вещах и, быть может, сумеет пролить свет на природу твоей болезни. Ты же выздоровел, и Мэриль тоже выздоровеет. Вы же будьте осторожны. Если окажетесь возле этого странного зеркала, то ни за что не касайтесь его. Я солгала бы, если б стала это отрицать. Но какие бы тайны ни хранила эта пещера, все они не стоят жизни наших детей. Я посылаю вас туда в надежде, что вы найдете там Лена, но и только.
Поторопись, ведь на кону жизнь Тамлена. Сейчас, когда жизнь Тамлена в опасности? Что ж, спрашивай. Не совсем, Дален. За века, прошедшие с тех пор, как Серые Стражи победили порождение тьмы, их число сильно сократилось. Похоже, люди не очень-то нуждаются в Серых Стражах, когда их земли не разоряют порождение тьмы. Видимо, никому не пришло в голову, что когда-нибудь порождение тьмы могут вернуться. Так считает Серый Страж. Судя по всему, грядет война. Если так, наш клан должен оказаться как можно дальше от нее. У людей свои битвы, у нас свои. Он показался мне достойным уважения, а его забота о вашей безопасности заслуживает одобрения. Он сказал, что искал наш клан и примерно знал, где нас можно найти. Как я уже говорила, тебе повезло. Может, он искал добровольца, готового вступить в его орден. Верно. К Серым Стражам когда-то принадлежали лучшие представители всех рас. Правда, я не знаю ни одного далийца, присоединившегося к ним с тех пор, как закончилась война с порождениями тьмы. Это была бы великая честь для нас. Хотя не могу представить далийца, который согласился бы на такую жизнь. Неважно, он ни о чем не просил. Дален, это лучшие и благороднейшие представители всех рас. Немногие могут с ними сравняться. Тогда не мешкай, поскорее найди Тамлена. Помни, что Тамлену нужна твоя помощь. Они уничтожили последнюю великую орду порождений тьмы, которая много веков назад угрожала миру. Это не значит, что стражи истребили все порождения тьмы. Порождения тьмы — дикие, необузданные твари, похожие больше на саранчу, чем на людей. Они могли бы осквернить пещеру, но те древние руины построили не они. Судя по тому, как описал Серый Страж, это мог быть храм, посвященный древнему богу. Если мы когда-нибудь вернемся сюда, я попытаюсь осмотреть эти руины. Порождение тьмы — мерзкие больные твари. Они источают скверну, которая заражает все вокруг. Серый Страж, похоже, считает, что причина твоей болезни — это скверна. Раз ты говоришь, что не видел там порождение тьмы, я не понимаю, как это могло случиться. Нет сомнений, что он ошибся. Они по большей части жуткие страшилища, и рассказами о них люди пугают детей. В наше время их давно не видели под открытым небом. Но говорят, что огромные своры порождений тьмы издавна обитают в древних туннелях Даргенленов, гномов. Это кровожадные и безжалостные твари, которые уничтожают все на своем пути. Подобно чумной саранче, они, выбираясь из-под земли на свет, приносят с собой болезни и беды. Такие случаи — истинные бедствия. В старинных книгах говорится, что порождения тьмы появляются в разных видах и обличиях. Еще говорят, много порождений тьмы появляется только во время того, что люди называют «мором». Может, ваш чудовищный медведь был одним из этих существ? Тогда не мешкай. Поскорее найди Тамлена. В этом тебе поможет мастер Айлен. Ступай к нему и попроси разрешения взглянуть на его запасы. Будет сделано. Потеря Тамлена была бы тяжким ударом. Он один из лучших наших охотников.
Я так рада, что ты выжил. Потерять сразу двух молодых людей было бы большим ударом для клана. Почему я не могу пойти в город Шимов? Так ты снова здесь, Долен? Мы рады, что ты в целости и сохранности. Еще бы ты не радовался. И о чем только вы двое думали, входя в ту пещеру, вместо того, чтобы сразу сообщить о ней хранительнице? Что ж, полагаю, что тебя по молодости можно простить. Тамлин, увы, с лихвой заплатил за любопытство. Потерять тебя, Долен, было бы чудовищным преступлением. Ты ведь принадлежишь не только самому себе, или не помнишь? Давай поведаем этим детям о падении долов. Ты сделаешь мне честь, участвуя в рассказе. Тогда давай, помоги мне по ходу дела. Дети, пойдите сюда и послушайте историю падения долов. Вы должны обязательно услышать эту историю. Не хочешь начать, Долен? Да, рабами ужасной империи, которую люди возвели силой самой темной магии. Когда империя пала, мы освободились. Мы поселились в долах, поклонялись творцам и воссоздавали историю и культуру, которые были утеряны за долгие века рабства. Они ненавидели наших богов, потому что мы не желали поклоняться их богу, и ненавидели наши обычаи, потому что мы превыше всего ставим наш народ. С годами люди все сильнее ненавидели долы. В их глазах мы были святотатцами и жестокими тиранами. Итак, долы пали. Люди захватили наши земли и рассеяли наш народ, вынуждая нас поселиться в их городах и предать наших богов. Но многие из нас не отказались от старых обычаев. Мы предпочли бродить по свету, и ветры разнесли нас по земле. Чтобы выжить и сохранить нашу культуру, кланы держатся порознь до того дня, когда элвинаны снова обретут родину. Мы, долийцы, хранители утерянных знаний, скитальцы на одиноком пути. Спасибо за терпение, Долен. Ты прекрасно помнишь и предание, и клятву долов. Теперь ты можешь вернуться к своим делам. Я буду молиться, чтобы ты поскорее нашел Тамлина. О том, кто принес тебя в лагерь, очень мало. Впрочем, он кажется мне вполне достойной личностью. Для человека, конечно. Что до серых стражей, они, несомненно, герои. В былые времена среди них бывали и члены нашего клана. Только то, что эти мерзкие твари – каннибалы, и что они рыскают в подземных туннелях, где когда-то жили Даргенлены, гномы. Давно, во время последнего мора, серые стражи истребили их почти поголовно. Если они вернутся в мир, все расы содрогнутся от ужаса. Никогда о таком не слышал. Впрочем, во времена древнего Орлатана мы жили привольно и селились по всему континенту. У нас, как у шемленов, были разные племена, хоть и числом поменьше. Может быть, и впрямь тогда были эльфы, которые жили в пещерах, но все знания о той эпохе безвозвратно утеряны. Вот слова, которые мне редко приходится слышать, разумеется. Ах да, затерянный город. До того, как шемлены поработили нас, даже до того, как они вообще появились в этой части мира,
Наш народ жил в великолепном Орлатане. Легенды гласят, что наши предки были бессмертны, и что мы обладали магией, о которой шемлины могли только мечтать. Когда древняя человеческая империя обратила нас в рабство, люди отняли наш язык, историю и бессмертие. Мы привыкли к ритму быстротечной человеческой жизни и, увы, не смогли остаться собой. Мы были рабами так долго, что даже когда освободились, мало что сумели возродить из прежней жизни. Если такие книги и существуют, я о них ничего не знаю. Быть может, у них просто нет выбора. Далийские кланы рассеяны по свету и редко сходятся вместе. Оттого и трудно собрать войско именно для того, чтобы уничтожить нас. Да и зачем бы им эти хлопоты? У нас нет ничего, что нужно людям. Ни земель, ни сокровищ. И к тому же мы всегда кочуем, так что местные жители просто не успевают на нас как следует обозлиться. Некоторые могут счесть это трусостью, а мы этим гордимся. Мы последние, и мы выживем. Они живут в человеческих городах, забыв обо всем, что когда-то имели. Мы зовем их плоскоухими, и они мало отличаются от своих хозяев, шемлинов. Кто-то из них может вернуться, но мы должны признать, они ничего не знают о нашей мудрости и о том, почему мы храним ее. Мы можем надеяться на то, что однажды обретем новый дом. Соберутся долицы и плоскоухие, и вместе мы выстроим город, который будет даже величественней Орлатана. Мы научим плоскоухих древней мудрости, которую они утеряли. А они, быть может, научат нас понимать шемлинов. Только так мы и сможем жить в мире. Уверен, что у тебя много дел, хотя если есть еще вопросы... Да, конечно. Да направят тебя боги, Дален. Будет сделано. Хранительница посылает тебя в ту пещеру искать там Лена? Я хочу пойти с вами. Хранительница Маритани может этого и не одобрит, зато я помогу вам искать там Лена. Там Лен и мой друг тоже. Я хочу помочь найти его. Если Мэрили рискует, то и я тоже. Тогда попроси у нее разрешения. Я пойду с тобой, попросим вместе. Нам обоим она не сможет отказать. Хорошо, пойдем поговорим с хранительницей. Я вижу, вы с Мэриль еще не ушли. Тебе что-то нужно? Финарель, ты уверен? Я уже подвергаю риску Мэриль и не хочу потерять еще и тебя. Я хочу помочь им, хранительница. Если мы отыщем там Лена, ради одного этого стоит рискнуть. Что ж, хорошо. Разрешаю тебе идти с ними. И спасибо за то, что спросил моего разрешения.